Уже третий год подряд в детском садике Пясо Пьеса города Силламя открывает летний сезон семейным праздником, куда приглашаются родители вместе с детьми. В рамках праздника были организованы мастерские комнаты, игры и веселые соревнования. Сегодня у нас день семьи. Можно еще сказать, как день открытых дверей, куда все наши гости, все наши воспитанники и все, которые ушли даже в школу, приглашены посмотреть, участвовать. И такой семейный день у нас уже третий год. Были от садика рабочие комнаты, то есть мы могли открытки сами сделать своими руками, мы рисовали на камнях, могли отгадывать загадки. И, конечно же, самое интересное – это на пленке рисование. А что еще? Это хорошие игры, спортивные игры вместе с нашим тренером. В мероприятии активное участие принимали сотрудники департамента полиции и погранохраны, а также департамента шоссейных дорог. Со своей стороны они продемонстрировали спецтехнику и спецсредства, а также напомнили участникам праздника о безопасности во время отдыха. Сегодня мы участвуем в семейном дне Ласта Пазубеза. Мы показываем технику пограничников. От Монтамета пропагируем безопасную езду на велосипедах. Мы участвуем в всех мероприятиях, где дети, дети наше будущее. Мы просто людям показываем, как надо себя вести, как правильно все делать. Для себя безопасности, да. Всем хорошего лета и, самое главное, безопасность. Родители и дети остались в восторге от праздника. Сегодня организовали семейный праздник. Спасибо большое, очень здорово, понравилось. Выбрались все детишки, родители, встретились все, детям весело. Ну, конечно же, детишкам понравились выступления собак, конечно же, машины, все, что с этим связано. Как можно чаще, как можно больше собирать всех вместе и проводить времени с детьми. С наступающим летом, отдыхайте, загорайте, проводите больше времени с детьми. Мне понравилось все. Сегодня я первого садика танцевала, я уже украшивала.